обещали приехать два интересных человека. Один наш специалист из центра «Мемориал», который является самым большим знатоком всей этой катастрофы под названием Катынь. Он должен быть вот, в ближайшее время. И советник польского посольства Хероним Грали, советник по культуре, который дал нам вот, копии, которые мы сегодня будем смотреть. Посмотрим фильм, а потом его обсудим. Universität ist geschlossen. Sam do mnie. On żyje, nie wróci. Pomocnik nie stał się wczoraj z Rusiki. Zostaje. Jego nie ma na tej liście, słyszy, mama, nie ma. Z Adolfa Hitlera chciałbym złożyć pani najszczersze kondolencje z powodu tej tragedii, jaka dotknęła pani męża generała. I wysyłać source listów z Auschwitz. Drodzy pod Katyniem, miejsce straszliwego mordu masowego. Tutaj kasi z Kremla kazali oddziałom egzekucyjnym GPU wymordować w bestialski sposób 12 tysięcy wziętych do niewoli oficerów i podoficerów byłej armii polskiej. Zostali zamordowani na wiosnę 1940 roku. Wśród ofiar znajdują się liczni generałowie polscy. Z moim nazwiskiem. Pan nie przyszedł, żeby mu powiedzieć, że mój mąż nie żyje, tak? Расстрелы немцами военнопленных польских офицеров в Катынском лесу. Каждый труп подвергался тщательной, подробной судебной на всех черепах относительно. Так расстреливали они и военнопленных. Он тебя лгать, чтобы укрыть те зброды. Пан не муси. Пан генерал. Пан не верный. В этом фильме, который основан на событиях, которые действительно произошли, и тут очень много разных сюжетов переплетены, и сюжетов, которые сопровождают вот эту основную тему «Катынский расстрел». И, собственно, для того, чтобы понимать, чтобы понять все сцены, которые в этом фильме есть, ну, в общем, нужно знать немножко вот историю не только вот этого основного сюжета, основной темы Катынского расстрела, но и все вот другие сюжеты, которые там есть. И без этого знания, ну, которое естественным образом у российских зрителей, у большинства из них отсутствует, вот некоторые сцены остаются непонятыми. Вплоть до 90-го года, 1990-го года, официальные лица, официальные органы, Советский Союз, значит, отрицал свою ответственность за совершение этого расстрела. И, значит, и на разных уровнях, в том числе и на самом высоком, там уровне, скажем, Министерства иностранных дел, вот все, в течение всех этих десятилетий, прошедших после окончания войны, Советский Союз, значит, продвигал и настаивал на той на версии, которая состояла в том, что польских офицеров, взятых в плен в 1939 году, расстреляли немцы в 1941 году, когда они захватили находившиеся тогда под Смоленском, якобы находившиеся под Смоленском лагеря военнопленных, которые эти лагеря, значит, советское командование
не сумела эвакуировать летом 41 года из-за стремительного наступления немецких войск. Вот эти лагеря попали в руки немцев, и немцы их всех расстреляли. Вот это была советская версия, которая и просуществовала, ну, то есть она, которая была официальной точкой зрения, значит, нашей страны вплоть до 90-го года. Ну, про то, что, значит, эта версия возникла как ответ на обнаружение катынских могил, вы, наверное, знаете. И тогда же немцы, так сказать, объявили, что вот эти офицеры, обнаруженные в Катыни, были расстреляны Советским Союзом. Значит, что произошло в 90-м году? В 90-м году был очень важный шаг сделан, который, значит, дался с большим трудом и после, так сказать, больших усилий разных людей. Шаг состоял в том, что советское руководство признало ответственность за расстрел польских офицеров. 13 апреля 90-го года, ровно в 47-ю годовщину объявления немцами об обнаружении этих могил, было опубликовано сообщение ТАСС. Как вы помните, вот в те времена сообщение ТАСС, вот такой жанр, это, значит, его целью, его ролью этого такого жанра было, значит, объявить позицию официального советского руководства. И вот в этом сообщении ТАСС было сказано, что расстрел польских офицеров — это дело рук Берии, Меркулова и их пособников. Стыдливо даже не было там в этом тексте упомянут НКВД и советские органы, но вот было сказано вот так, но дальше, так сказать, было сказано довольно важное такое утверждение, что вот этот расстрел является одним из тяжелейших преступлений сталинизма. Вот это, так сказать, поворотный момент в отношении нашей страны к катынскому делу, то есть признание своей ответственности, своей вины в расстреле этих офицеров. Причем тогда в этом сообщении ТАСС уже было сказано, что речь идет не только о тех, чьи останки были обнаружены вот в катынских могилах, а известно было, что там в Катыни лежат расстрелянные офицеры, которые содержались в одном из трех этих специальных офицерских лагерей, а именно в Козельском лагере. А что так, в этом же сообщении было сказано, что тогда же были расстреляны и военнопленные, которые содержались в двух других специальных лагерях, а именно в Старобельском лагере, это в Ворошиловградской области, ныне Луганской, и в Осташковском лагере, это, значит, в тогдашней Калининской области. Так что вот, когда мы говорим вот катынское дело, катынское преступление, то тут надо понимать, что это такой собирательный термин. Ну вот, значит, вот это был, так сказать, первый такой поворотный момент. И второй шаг очень важный вот на этом пути был сделан в 92-м году, когда были обнародованы, когда было обнародовано решение Политбюро об этом расстреле. Вот в октябре 90-го года по решению Ельцина это, значит, постановление Политбюро было опубликовано, было передано польской стороне постановление Политбюро вместе с инициирующей, формально инициирующей это постановление докладной запиской Берии в ЦК Сталин. И, собственно, благодаря тому, что... Если, от какого года решение Политбюро? Решение Политбюро от 5 марта 40-го года. Этот расстрел был совершен по решению высшего органа власти, так, в Советском Союзе, коим являлось Политбюро тогда. Значит, сейчас, правда, некоторые пытаются это оспорить, утверждая, что Политбюро не было государственным органом, а всего лишь там, руководящим органом некой общественной организации. Из этого же постановления и этой записки Берии мы впервые узнали все, что не только в
военнопленные из этих трех специальных лагерей, где-то там 14,5 тысяч человек были расстреляны. Но по этому же постановлению в рамках той же самой операции были еще точно так же бессудно расстреляны арестованные, которые в качестве следственных, подследственных содержались в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии. Ну, не все тотально арестованные, но некоторые, так сказать, их категория. Тогда же был объявлен, обнародован не только это постановление Политбюро, но и ряд других документов более поздних, которые, значит, показывали отношение советского руководства к катынской проблеме на протяжении вот всех этих лет, вплоть до 80-х годов прошлого века. И среди этих документов очень важной была, оказалась и поныне остается, докладная записка председателя КГБ Шелепина первому секретарю ЦК Хрущеву от марта 59 года. Она важна, потому что в ней там ряд сведений об этой операции сообщается Хрущеву, и, значит, когда они стали обнародованы, то они стали известны и нам. То есть, во-первых, эта записка впервые является документом, который подтверждает связь именно между катынскими могилами, останками расстрелянных в Катыни и постановлением Политбюро, где прямо говорится, что вот, это, вот эти люди, они расстреляны по постановлению Политбюро от 5 марта. Там же говорится именно о том, что другими жертвами этой операции по ликвидации стали военнопленные, которые содержались в Осташковском и Старобельском лагере. Вот таких вот, такой конкретизации в постановлении Политбюро нет, что вот расстрелять вот из этого лагеря. Вот поэтому она важна. Вообще-то, но целью записки было не, так сказать, сообщить Хрущеву про то, что, наверное, он и там знал, хотя надо сказать, что формально он не принимал участие тогда, в 40-м году, в этом решении. Целью было добиться от Хрущева согласия на уничтожение документов, персональных учетных дел этих военнопленных, которые вплоть до 59-го года хранились в архиве КГБ. Вот формально записка, так сказать, именно это предлагала, и это просила, и это решение просила утвердить. Ну, по-видимому, так сказать, оно было исполнено даже с перевыполнением тогда, вот это уничтожение документов, потому что Шелепин предлагал вот эти личные дела военнопленных, учетные дела, уничтожить, но предлагал сохранить протоколы тройки, которая формально выносила решение о расстреле. Вот этим, если вы почитаете вот эту записку Берии 40-го года, и она же, эта записка, ее резолютивная часть превратилась дословно, прямо буковка в буковку, в текст постановления Политбюро, то там, значит, в этом постановлении сказано, что для решения дел этих военнопленных вот создается специальная тройка, только вот для решения дел вот этих военнопленных, польских военнопленных и польских арестованных. Ну, там в составе, прямо в состав персонально Политбюро определил, что там тройка должна состоять из Меркулова, Кобова и Баштакова. Так вот, в 59-м году Шелепин предлагал протоколы этой тройки, ну, где, собственно, которые, собственно, и означали вынесение приговора об этих военнопленных, все же сохранить, но похоже, что и тогда же, так сказать, Хрущев решил, что уж раз и дела, то заодно и протоколы тоже. И таким образом, значит, утверждается, что эти протоколы не сохранились, и их до сих пор нету. Ну вот, раз я упомянул про тройку, то надо сказать, что фактически получается, судя по результатам исследований историков, исследований вот тех документов, все же довольно большая часть документов сохранилась, других, которые вот хранились там не в архиве, какие-то документы сохранились. Получается, что на самом деле эта тройка, так сказать, ее роль была, ну, такой чисто формальной, что на самом деле она ничего не рассматривала. Впрочем, в самом постановлении уже это заложено,
то, собственно, а какой вопрос тройки решать? Потому что в постановлении сказано расстрелять всех. Значит, на самом деле, вот из этих там 14, из этих 15 тысяч военнопленных в этих трех лагерях, находившихся в 40-м году, из них расстреляли всех, кроме 395 человек. Так вот, значит, исследования историков показывают, что реально эта тройка рассматривала какие-то дела и выносила какое-то реальное решение в случае только тех, кто был, кто изначально руководством НКВД, значит, был назначен, ну, вот, в кандидаты, чтобы их не расстреливать, был исключен из-под расстрела. Вот их действительно реально тройка вроде бы, так сказать, собиралась, а всех остальных, там процедура была такая, что первый спецотдел НКВД, это, значит, учетный спецотдел, он на основании материалов, которые поступали из управления по делам военнопленных и от, значит, НКВД Беларуси, Западной Беларуси и Западной Украины, где вот не военнопленные, а гражданские арестованные. Так вот, первый спецотдел составлял список на отправку. Каждый список примерно на 100 человек. Списки предписания. Значит, содержание такого, что вот начальник управления по делам военнопленных, значит, издавал распоряжение начальнику Козельского лагеря или начальнику Осташковского лагеря или Старобельского, что вот немедленно направьте в распоряжение начальника УНКВД, ну вот в случае Козельского лагеря, начальнику УНКВД по Смоленской области, в случае Осташковского лагеря начальнику НКВД по Калининской области, в случае Старобельского начальнику НКВД по Харьковской области. Немедленно направьте в распоряжение ниже следующих военнопленных, содержащихся там, в Козельском, Осташковском лагере. Ну, то есть фактически это и были эти самые предписания о направлении на расстрел. И, собственно, дальше тройка, вот эта самая Меркулов, Кабулов, Баштаков, она, по-видимому, так сказать, просто как бы визировала эти списки, не рассматривая их. То есть сохранились документы, какие-то служебные там записки, когда там Меркулов просит, чтобы переговорить об этом, переговорить об этом. Вот для, это касалось только этих 395 человек, которых не расстреляли. Опять возвращусь к 92-му году, к 90-му, 92-му. Вот, так сказать, два очень важных шага тогда были сделаны. Значит, следующий очень важный шаг, который был сделан вот тогда, в первой половине 90-х годов, было заключено соглашение российско-польское и украинско-польское о строительстве. Да, значит, ну вот тогда же, к 92-му году, были обнаружены уже места захоронений расстрелянных военнопленных из двух других лагерей. Вот, в районе села Медное под Тверью, в 30 километрах, и на окраине Харькова. И вот были заключены соглашения о строительстве памятных, о строительстве мемориальных кладбищ там. И к 2000 году они были построены. Что касается вот нынешней позиции и в правовом отношении, ни разу не была произнесена, ни разу не было объявлено, четко сформулировано. Мы можем о ней только гадать и пытаться ее реконструировать, и оказывается, что ее удается довольно достоверно, но именно реконструировать. На каком основании? На основании, прежде всего, различных вот, судебных актов. Откуда взялись судебные акты, сейчас я скажу. Ну и в частности, скажем, на основании, вот сам такой был источник очень важный, это была пресс-конференция главного военного прокурора Савинкова в марте 2005 года, 4 года назад, где, так сказать, он сделал ряд вот, заявлений и утверждений, собственно, из которых, на основании которых и стала вырисовываться эта самая официальная позиция, которая затем была, значит, развита и дополнена вот, до нынешнего состояния. Значит, во-первых, Савинков на этой пресс-конференции объявил, что расследование дела прекращается за смертью виновных. Было прекращено уже за полгода до этой пресс-конференции. Российское расследование, значит, дело было возбуждено в 90-м году и формально было прекращено
в сентябре 1994 года. Его тут же тогда Савенкова спросили, ну хорошо, тогда огласите список, кто виновен. Значит, и тут он сделал, так сказать, первое из шокирующих заявлений. Савенков сказал, что вообще-то, значит, материалы дела состоят из 183 томов. Из этих 183 томов 116, значит, на них гриф «секретно» или «для служебного пользования». И в частности, значит, засекречено постановление о прекращении дела. Что, так сказать, беспрецедентный совершенно факт. И говорит, список виновных, вот он в постановлении о прекращении дела, но поскольку оно засекречено, то не может быть объявлен список лиц, признанных виновными. Ну, на самом деле, значит, как раз кто признан виновными в этом постановлении, тоже удается реконструировать. Во-первых, на основании наших запросов мемориала, которые мы после этого стали посылать в Главную военную прокуратуру, и во-вторых, на основании сведений, которые, значит, проникли каким-то образом, ну, понятно, каким, в эти самые судебные акты. И ситуация такая, что виновными, согласно официальному ответу Главной военной прокуратуры, и официально признаны ряд руководящих ряд должностных лиц из состава руководства НКВД. Причем, значит, их деяния квалифицируются по статье 193.17 пункт 2 Уголовного кодекса, действовавшего в 40-м году. То есть это кодекс, принятый в 26-м году, который вступил в действие с 1 января 27-го года. Значит, поначалу они говорили только про эту статью, значит, и не говорили, что речь идет о руководстве НКВД. Просто ряд, значит, лиц, ряд высших должностных лиц, ряд этих самых должностных лиц. Ну, значит, статья, которую тогда же уже назвали, в 2005 году, значит, это статья об ответственности за превышение власти лицами начальствующего состава рабочей крестьянской Красной Армии. Ну, то есть, во-первых, сам расстрел квалифицирован как превышение власти, и во-вторых, из этой квалификации следует, что только военнослужащие признаны виновными. Таким образом, значит, из этого сразу стало ясно, что Главная военная прокуратура не считает виновными членов Политбюро, которые приняли это решение, вот чьи подписи вот в этом буклете здесь воспроизведены прямо на этой записке Берии. Подписи там и отметки о том, что кто-то заочно, так сказать, сообщил о своем согласии. Потому что из этих шестерых членов Политбюро в 40-м году, значит, это кто это? Значит, Сталин, Ворошилов, Молотов, Гаян, Калинин, Каганович. Из них военнослужащим был только один Ворошилов. Так? Остальные все были штатскими, к ним нельзя применить эту статью 193.17. Но потом, вот уже, вот, так сказать, прошлой осенью появилось уточнение со стороны Главной военной прокуратуры. Эти уточнения, я как говорю, мы отлавливаем из разных судебных постановлений, потому что они приносят на суд какие-то свои справки, и там уже говорится ряд высших должностных лиц, значит, НКВД признаны виновными. Значит, раз высших должностных лиц, то это значит, что исключены из состава виновных также все, значит, организаторы и исполнители, рядовые и не совсем рядовые. Это как бы то, что я до сих пор говорю, это основано на официальных документах, которые я там могу предъявить. А из, значит, некоторых неофициальных утечек, вот, где я, так сказать, ничего предъявить не могу на бумаге, но, так сказать, знаю со слов, то, там, через третьи руки, от людей, которые, значит, которые получили сведения в Главной военной прокуратуре, что на самом деле в этом постановлении круг лиц, признанных виновными, это 4 человека всего. Вот из этой цифры, если она соответствует действительности, то тут же, так сказать, однозначно следует и персональный состав этой четверки. Что это вот Берия и эта самая тройка, Меркулов, Кабулов, Баштаков. Больше, так сказать, подобрать иначе эту четверку невозможно. Вот, то есть все...
Значит, если говорить о правовом состоянии в настоящий момент, то первая проблема – это квалификация. Вот квалификация по этой самой статье, то есть как общее уголовное преступление. Почему квалификация важна? Ну вот буквально два месяца тому назад нам продемонстрировали, так сказать, какая польза от этой квалификации. Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации, значит, рассматривала кассационную жалобу адвокатов Ставицкого и Карпинского, которые представляют интересы семей 10 расстрелянных военнопленных. Троих как раз из Катыни, из Козельского лагеря, по-моему, троих из Старобельского лагеря и четверых из Осташковского лагеря. Значит, ну, вот эти родственники, которые уполномочили вот двух российских замечательных адвокатов молодых, вот, Ставицкого и Карпинского, они добиваются, во-первых, признания вот их расстрелянных близких жертвами политических репрессий в соответствии с действующим российским законом о реабилитации жертв политических репрессий. И, во-вторых, они добиваются признания статуса пострадавших себе, для того, чтобы они могли стать сторонами в деле. Для того, что, и в частности, значит, они добиваются, и добиваются отмены постановления о прекращении расследования дела. И вот, значит, военная коллегия Верховного суда, рассматривая в порядке кассации, то есть уже первой инстанцией был Московский окружной военный суд, который отклонил вот это заявление, то военная коллегия Верховного суда, она подтвердила решение этого Московского окружного военного суда, но, значит, добавила ему обоснование. Какое обоснование? Невозможно сейчас возобновить расследование, потому что срок давности на это преступление истек. Вот, я там был и сидел, и, так сказать, слушал, не веря своим глазам. Значит, военная коллегия посвятила много места для того вопроса о сроке давности. И, значит, потому что срок давности в том самом уголовном кодексе 40-го года, он там, значит, ему посвящена целая статья того кодекса номер 14, где рассмотрены разные случаи, где сроки давности для разных преступлений разные. Там есть, так сказать, и 3 года срок давности, и 5 лет, но для тяжелых преступлений 10 лет срок давности. Но в той статье, значит, написано, а вот если преступление контрреволюционное, а к контрреволюционным относятся все статьи, которые начинаются с 58 номера, 58.1а и аж до 58.14, то тогда вопрос о сроке давности должен решить суд, который рассматривает преступление. И вот, значит, в 2009 году военная коллегия Верховного суда Российской Федерации на полном серьезе, так сказать, рассматривала вопрос, вот можно ли считать это преступление контрреволюционным или нет. И решила, ну вот есть у нас квалификация от главной военной прокуратуры, статья 193.17, значит, это никакое не контрреволюционное, не 58-я, а раз так, то мы можем спокойно, значит, сами снять с себя необходимость, значит, решать вопрос о сроке давности и решить, что вот тут, что для этого случая 10 лет. И раз так, то мы, значит, отказываем в требовании, которое в заявлении, в требовании возобновить расследование. Так, значит, вот первая проблема – это проблема квалификации, юридической квалификации всего этого дела. Значит, вторая проблема, которую вот очень плотно мемориал занялся, это проблема реабилитации жертв. Вот мы считаем, в частности, что совершенно необходимо, чтобы все расстрелянные военнопленные были признаны жертвами политических репрессий и реабилитированы по действующему закону российскому. И признаны персонально, то есть по фамилии, по отчеству, имени, отчеству, каждый из них. И еще в 2005 году главная военная прокуратура вроде бы не отказывала в такой реабилитации. Мемориал еще, так сказать, за год до Ставицкого и Карпинского подал заявление о реабилитации 16 человек. Там родственники нам написали, но закон дает право не только, значит, прямым пострадавшим и их родственникам, но в принципе любому лицу, любой организации право подать заявление о реабилитации.
И тут, значит, началось с того, что, во-первых, главная военная прокуратура после, так сказать, довольно длительной с нами переписки модифицировала тоже свою позицию, которая, в конце концов, она выработала так, что, значит, мы не можем принять решение ни о реабилитации, ни об отказе от реабилитации. Не можем рассмотреть вопрос по существу, отказалась рассмотреть вопрос по существу, ссылаясь на отсутствие персональных, на отсутствие, сначала ссылаясь на отсутствие уголовных дел, а затем ссылаясь на отсутствие не только уголовных дел, но и вообще любых документальных сведений. Значит, поскольку этот ответ абсолютно противоречит закону, потому что закон о реабилитации, во-первых, не требует для процедуры реабилитации не требует наличия уголовных дел, раз, и даже не требует подтверждения факта уголовного преследования, два. Потому что, значит, как известно, в период советских репрессий массовых довольно большое число людей были репрессированы без всякого уголовного, без возбуждения формального уголовных дел и без всей процедуры уголовного преследования. И закон о реабилитации, поэтому в нем не содержится такое требование, наличие уголовных дел. Это раз. Во-вторых, закон о реабилитации довольно четко обязывает прокуратуру, что она должна сделать при поступлении заявления о реабилитации. А именно, она должна либо, значит, проверить имеющиеся материалы и данные, и либо выдать справку о реабилитации, либо при отсутствии оснований, если она посчитает, что нет оснований реабилитировать, то прокуратура обязана составить заключение об отказе в реабилитации, и это заключение прокуратура обязана отправить в суд, который это заключение должен окончательно утвердить, ну, или отбросить. При этом, значит, закон вот так странно сконструирован, что заявитель, который подал заявление о реабилитации, не имеет возможности сам инициировать судебное рассмотрение отказа в реабилитации. Так, то есть эту возможность имеет только прокуратура, но согласно закону для прокуратуры это не только возможность, но и обязанность. И вот когда мы получили такие ответы, то мы стали эти ответы об отказе в рассмотрении по существу обжаловать в суде. У нас ушло, скажу вам, почти 2 года на то, чтобы суды приняли наши заявления, наши жалобы на прокуратуру, чтобы приняли к рассмотрению. Первое решение судов было вообще отказ в рассмотрении. Значит, там всякие кассации, ну и довольно неожиданно третья инстанция российская в порядке надзора. Президиум Мосгорсуда, значит, признал, и вот мы спустя 2 года, вот сейчас состоялись рассмотрения наших жалоб на главную военную прокуратуру по существу. Оно состоялось рассмотрение по существу в Хамовническом суде, который, так сказать, нынче у всех на слуху, не из-за нашего дела. И, значит, все наши эти заявления с обжалованием, с жалобами на главную военную прокуратуру также были отклонены. Причем, значит, главное основание, то суд, так сказать, послушно в своих решениях штампует аргументацию прокуратуры. Аргументация такая, что, во-первых, уголовных дел нету, и, во-вторых, значит, прокуратура отказывается признать жертвами этого расстрела конкретных людей по фамилии, имени и отчеству. Отказывается признать, что вот данный человек, вот там Станислав Карнковский, что он был расстрелян, вот что он действительно был расстрелян. То есть позиция нашей страны официальная сейчас сводится к тому, что мы, значит, не делаем никаких шагов назад по сравнению с 92-м годом. То есть не отказываемся от признания своей ответственности за расстрел, от того, что это сделали мы. Так? Но, значит, мы стремимся, во-первых, как бы банализировать юридическую квалификацию, то есть объявить это общеуголовным преступлением, превышением власти. Так? Причем, значит, превышением власти не тех людей, которые реально этой властью обладали, а вот каких-то вот этих самых исполнителей, то есть, ну вот их самодеятельность. Вот, генерал-майора.
ребята перестарались. Нет, даже не до генерал-майора, так сказать, а вот там, пожалуйста, там Сапруненко, Токарев, так сказать, были тогда еще генеральских званий в НКВД не было, значит, они, у них были звания, которые этому соответствовали, но они, значит, не считаются. Там Токарев, Сапруненко — это отдельные вопросы такие. Значит, вот банализировать, объявить это общеуголовным преступлением, и во-вторых, вот всячески отказываются, что жертвами не стала вот эта самая масса, 22 тысячи польских граждан, но вот в глазах руководства главной военной прокуратуры это такая анонимная масса. То есть вот наотрез отказываются признать конкретных людей жертвами этого преступления. Ну вот, значит, вот к этому сейчас сводится эта самая позиция. Закон о реабилитации он не предусматривает такой возможности, такой массовой реабилитации анонимных людей. Ни одного документа архивного, ни одного листка, где написано вот это Станислава Корнковского расстрелять, его нету, не существует. Потому что уничтожены учетные дела военнопленных, уничтожены протоколы тройки, где это было. Значит, из-за того, что они уничтожены, сохранившиеся документы приходится рассматривать не каждый по отдельности, каждую по отдельности страничку, потому что если каждую по отдельности страничку, то вот, как я сказал, нету такого-то расстрелять, а в совокупности. И по нашему глубокому убеждению, эта совокупность сохранившихся документов дает возможность принять персональное решение по каждому из них, персональное. Что это за совокупность? Значит, я уже сказал, записка Берии 40-го года, инициирующая постановление Политбюро, плюс постановление Политбюро, где только категория указана, кого расстреливать. Но зато есть политический мотив зафиксирован, как закоренелых, неисправимых врагов советской власти. Это есть документ. Дальше. Записка Шелепина Хрущева 59-го года, которая позволяет вот эту категорию, которая в 40-м году в постановлении без персоналии, эту категорию уточнить, сузить, что вот это военнопленные Старобельского, Осташковского лагеря, Козельского, в частности, те, кто найдены в Катыни. Так, это второе необходимое совершенно звено. И третье звено – это те самые списки предписания об отправке в распоряжение УНКВД. Эти списки сохранились, они лежали не там, не в КГБ они лежали в другом архиве, и они сохранились. К сожалению, они сохранились только для Осташковского и Козельского лагеря. Для Старобельского этих предписаний нету, но вместо предписаний для Старобельского есть некоторый общий список всех умерших. Так, это третье звено, вот здесь появляются фамилии, здесь появляются персонали об отправке в распоряжение. А следующее совершенно необходимое звено – это результаты немецкой эксгумации 43-го года, о которой вот в фильме, в частности, упоминалось. Это единственная эксгумация, которая была проведена в местах захоронения жертв вот той операции, которая была проведена практически полностью. Почему, значит, я не говорю 100%, это, так сказать, деталь дальнейшего порядка, если будет вопрос, расскажу. Но практически полностью. Были установлены, тогда были извлечены останки 4200 человек тогда, немцами, в 43-м году. Из них 2700 были опознаны по фамилии и опубликованы немцами тогда же, в 43-м году. Практически почти все эти опознанные, вот 2700, почти все они значатся в списках предписаниях НКВД об отправке из Козельского лагеря в распоряжение начальника УНКВД Смоленской области. И вот это, причем, значит, не просто значатся почти все, а в значительной степени последовательность этих фамилий, последовательность того, как немцы их выкапывали из ямы, внимание, вот из этих ям, и записывали в этой последовательности, совпадает с последовательностью в этих списках предписаний. И это позволяет утверждать, что, значит, вот эти списки предписания из Козельского лагеря в Смоленск, в УНКВД. Там 4421 человек. Из них 2700 совпадают с опознанными немцами. И это позволяет утверждать, что эти списки предписания — это и есть предписание на расстрел.
Значит, немцы опознали не всех. Почему? Вопрос. Они были русские, насколько я знаю. Сейчас, минуточку. Про русских там это отдельный вопрос. И отдельные ямы, которые, значит, в стороне. Это не те же самые ямы. Ямы. Значит, немцы опознали не всех, потому что не у всех в карманах нашлись документы. Немцы опознавали на основании писем, удостоверений, медальонов воинских, которые на трупах были, как, что, так сказать, вызывает изумление, но это факт. Но были не у всех. Обыски были перед расстрелом, действительно были, но были поверхностные обыски. Вот про это хочу сказать, что вот сценарий фильма и сюжет, он как бы его стержневой элемент, это вот тот самый дневник, который ведет вот офицер, этот самый Анджей, почти до самого расстрела. Вот он его довел, вот, что вот, значит, нас привезли в лес, похоже, что это какая-то такая дачная, значит, какое-то дачное место. Вот у нас вот забрали ремень, и вот он, а дневник не забрали, он в нем записывает, что еще вот такое-то время. Так вот, значит, эти дневники, это не есть придумка сценариста или режиссера Вайды. Реально в ходе этой эксгумации 43-го года среди различных документов, которые найдены в карманах у этих трупов, они тогда еще были сохранившиеся трупы, в ходе этой эксгумации были найдены 22 дневника. Один из них действительно доведен вот до момента, который предшествовал расстрелу. Ну, по-видимому, автор дневника еще, когда записывал последнее слово, там эти там, не помню точно время, а там 6 часов 30 минут по польскому времени, он не знал, что, значит, там через полчаса его расстреляют. Но это реальные дневники. И это реальные дневники, тот, который здесь цитировался, это цитата из того реального дневника, принадлежавшего майору Сольскому. Известно, так сказать, кто. Это совершенно реальная вещь. Но значит, для 60 с лишним процентов удалось найти эти документы. На них-то обрывки газет, все документы, самая поздняя дата, которая на этих документах, это действительно апрель, ну вот там начало мая 40-го года, расстрел был вот в апреле-мае. Вот те, что касается... Значит, те 10, кто подавал в суд, они не входили в число тех, кто был опознан. Нет, входили. И те 10, которых вот Ставицкая с Карпинским, из них Катынских там только 3 человека из Катыни, так? Вот я сказал, что полная эксгумация была только в Катыни. Значит, была еще эксгумация в Медном, была эксгумация в Калькове. Эти две эксгумации были проведены уже не немцами, а в 91-м году нашей же главной военной прокуратурой, той самой. Это были частичные эксгумации, в ходе них тоже удалось, значит, установить личности, но гораздо меньшего числа человек, потому что те эксгумации в 91-м году вообще не ставили перед собой целью исследовать полностью все захоронение. И там была цель подтвердить, что вот здесь лежат расстрелянные военнопленные из Осташковского лагеря, вот этот факт установить в процессуальном порядке. А вот в Харькове лежат расстрелянные военнопленные из Старобельского лагеря. При этом в Харькове они определили личности как 6 человек. И в Медном, значит, вот ГВП утверждает, что они установили личности 16 человек. Так вот, значит, парадокс в том, что сейчас вот на этих судах, вот у меня вот последний суд был ровно неделю назад. Сегодня среда. Да? Ну вот в среду и четверг на прошлой неделе. По этому вопросу. Значит, мы в частности подали на реабилитацию человека, который был установлен самой ГВП в 91-м году. Его личность такой, Марчин Свидерский и еще двое. Отказали? Вот. Да. И они прямо на суде сказали буквально так. Да, значит, мы подтверждаем, что в ходе эксгумации его личность была установлена, но мы отказываемся считать его жертвой этого расстрела. Хотя установлено, что он военнопленный Осташковского лагеря, что вот в этой яме все, кто там лежат, это военнопленные Осташковского лагеря. В 91-м году уже как бы различить останки, кому что принадлежит, уже было невозможно. Но черепа, значит, простреленные остались. Вот, значит, судья говорит, ну, значит, дырка в черепе, это еще не означает, что человек погиб в результате политической репрессии. Что просто было применено огнестрельное оружие. Значит,
Судья, прокурор, значит, говорит осторожнее, что да, вот он погиб, но мы не можем утверждать, что он погиб в результате решения Политбюро. И, потому, и вообще отказываемся считать, что он был расстрелян. Может быть, он случайно в эту яму попал. Хотя сами же, так сказать, установили его личность. Что касается классового подхода, то я хочу сразу сказать, что там, что разделение на тех, кого расстреляли, а расстреляли практически всех. Так? Расстреляли там 14 500 с чем-то человек, в живых оставили 395. Значит, это было не по классовому критерию. Это отдельный вопрос, по какому критерию, значит, принято решение о том, чтобы сохранить жизнь этим 395. Скажу сейчас. Критериев было несколько. Значит, было 5 групп людей, которые, так сказать, подлежали исключению из-под расстрела. Группа номер первая. Значит, люди немецкого происхождения, за кого хлопотало еще раньше германское посольство. Хлопотало об освобождении, конечно, не о том, чтобы, так сказать, вот не расстреливайте, а вот просили освободить. Это первая группа. Очень похожая группа, но гораздо меньше по численности, это те, о ком хлопотала литовская миссия. Это порядка 20 человек. Дальше. Значит, в этих лагерях, где они находились несколько месяцев, более полугода, разные управления НКВД, ну, то есть одно управление, управление разведки, проводило свою работу с целью выискать людей, которые могут им пригодиться, которые могут согласиться на сотрудничество именно по разведывательной линии. Так? И вот, значит, это управление тоже подало некоторый список людей, которых они, значит, просили сохранить. Дальше. Группа тех военнопленных, которые во время пребывания в лагере, значит, пошла на сотрудничество, ну, стали информаторами. Ежи, офицер, который, так сказать, стреляется, он попал в эту группу 395 уцелевших. Затем вот он тут упоминает, и это такой, значит, эпизод довольно редкий, где он упоминает, что вот он не успел добраться до пункта Андерса. Формирования армии Андерса, которая, как известно, значит, в 1942 году была эвакуировалась из Советского Союза. И спустя там менее чем через год после этой эвакуации в Советском Союзе стала формироваться польская армия под руководством польских коммунистов, армия Берлинга, ее так на жаргоне называют. Вот он попал в эту армию Берлинга. Какая-то, значит, дистрибьютерская фирма российская закупила права на прокат этого фильма в России. И после того, как она закупила, все закупила. То есть некоторая фирма, которая обладает правами на прокат. И эта фирма этот фильм не выпускает. Такие показы, как этот, проходят по России. И мемориал организует в разных городах, вот, организует такие показы. И вот польский культурный центр, это не запрещено. Они все были военнослужащими в тот момент. Среди них было очень много людей, призванных из запаса в сентябре 1939 года или накануне 1 сентября, накануне нападения Германии. То есть была всеобщая мобилизация в Польше. Ну, сначала частичная, потом всеобщая. И люди с гражданскими профессиями, среди них действительно много врачей. Ну и там архитекторы, вот почему-то архитекторы все мне попадаются часто, вот когда я вот были призваны в армию и, так сказать, в соответствии со своими званиями офицеров запаса в ней служили и были взяты в плен как военнослужащие. Это относится к двум из трех специальных лагерей, к Козельскому лагерю и к Старобельскому. Кроме того, в плен были тогда же, в сентябре 1939 года, значит, ну понятно когда, во время, так сказать, освободительного похода Красной Армии в Западную Украину, Западную Белоруссию для воссоединения братских народов, как это тогда называлось. Значит, там же тогда были захвачены в плен польские полицейские. И те полицейские, которые жили и работали вот на этих захваченных восточных территориях довоенного польского государства, и те полицейские, которые по приказу своего начальства из западных областей Польши эвакуировались. Потому что был тогда такой вот, с тех территорий, которые уже в первые же дни, значит, были под угрозой захвата немцами и были захвачены, вот был приказ вот всем полицейским эвакуироваться. Этих полицейских поместили в третий лагерь специально.
Государство им стало предоставлять земельные участки, наделы на восточных территориях тогдашних, на восточных территориях польского государства. Так, ну, с понятной целью, но тем не менее, так сказать, вот формально они были штатскими. Ну, или это уже, так сказать, люди были в возрасте тогда. Вот полтора десятка, например, установлено, что в польском плену погибли от 16 до 18 тысяч красноармейцев, попавших в польский плен в результате вот той советско-польской войны. Есть расхождение между оценками российских историков и польских историков. Но расхождение, с моей точки зрения, не очень кардинальное. Польские историки называют число 16-18 тысяч, а российские историки называют число 18-20. Вот, так сказать, диапазон этого расхождения. Но не 80. Среди жертв этого расстрела есть большая группа штатских, но они не содержались в лагерях военнопленных. Это штатские, это те, кто содержался в тюрьмах Западной Украины, Западной Белоруссии. Вот вы прочитаете эту записку Вели, эта группа там упомянута тоже. Вот. В той группе тоже были и офицеры, которые с опозданием захватили вот там, на Западной Украине, Западной Белоруссии, и довольно много штатов. Значит, все три эти места захоронений военнопленных, это не есть места, значит, установленные и специально для них. Это места, это так называемые зоны, где хоронили расстрелянных в 30-е годы. Почти в каждой области Советского Союза такая зона имелась. Вот, значит, в случае Смоленской области это вот был этот Катынский лес. В случае Калининской области это вот были эти места в районе села Медное. То есть там довольно много захоронено расстрелянных наших советских граждан, расстрелянных в 30-е годы. То же самое относится и к Харькову. Значит, немцы были действительно в Харькове, но у них никаких сведений про тот расстрел не было. Как получилось, что немцы узнали про захоронение в Катыни, это тоже некоторая отдельная история. В значительной степени, я думаю, решающим оказался тот факт, что этих самых польских офицеров в Катыни, по-видимому, большинство их расстреляли прямо на месте в лесу над ямами, как было показано. А только меньшую часть расстреливали где-то в подвале в Смоленского НКВД, или, может быть, в подвале вот той виллы, которая, той дачи, которая там же была. Из-за того, что эти расстрелы проводились на открытом воздухе, а лесок маленький, и вокруг этого леса деревни, то жители слышали, и разговоры шли уже тогда, и когда немцы пришли, то, значит, жители сообщили каким-то сначала рабочим из какого-то поезда по ремонту железнодорожных путей. Немцы набирали в оккупированной Польше, так сказать, рабочих для восстановления путей. Организация ТОТ-то была такая. Вот они, значит, приехал такой поезд чинить пути где-то в 42-м году. И местные жители там как-то были контакты, им сказали, что вообще-то какие-то ваши вот там лежат. Вот пошли двое рабочих, стали копать, докопались до первого, значит, трупа в польском музее, испуганно закопали и, значит, и поскорее оттуда убежали. Но постепенно, значит, это стало доходить и до немцев. Вот такая была история в Катыни. Значит, что касается Харькова, то там расстреливали не в лесу, а расстреливали в харьковском НКВД в подвале. То же самое в Калинине. Значит, тут конспирацию удалось сохранить гораздо больше. А вообще расстрельных мест советских, ну, где немцы про них узнавали, то там они, так сказать, копали и обнаруживали. Ну, вот Винницкий расстрел, так, знаменитый. Почему в Харькове не сделали, не знаю. Значит, что касается Осташкова. Город Осташков немцами действительно на очень короткое время был занят. Это факт. Лагерь сам находился не в городе, а вот кто был на Селигере, наверное, многие были. Вот остров Столбный, Нилова пустыня. Там находился лагерь. Значит, я на 100%... Да, значит, на 100% не уверен, но, по-моему, немцы именно остров не захватили. Там долгое время линия фронта шла прямо по воде, в частности, по этим протокам в северную часть Селигера, который там отделяется от основной южной, очень узким этим. Вот прямо линия фронта вот по этой воде и шла. Точно известно, что немцы не захватили Медное. То есть не были они вот в том месте, где были обнаружены захоронения.
что в сентябре среди этих 395 человек, а к ним уже в тот момент прибавились еще другие, прибавились из числа интернированных польских военнослужащих, которые находились в лагерях для интернированных в Литве и в Латвии. Так, поскольку к лету, летом 40-го года, значит, мы захватили еще и эту самую Прибалтику, то в руки попали... Почему-то Прибалтики такое Сталин не сделал. Армии Эстонии, Латвии, Литвы он не уничтожал. Но там были польские военнослужащие, интернированные властями Литвы и Латвии. Они ушли через границу. Они в сентябре 39-го года, значит, часть из них ушла через границу от немцев, была разоружена. Литовцев не расстреляли. Этих поляков не расстреляли. Единственная сторона, которая так пострадала из армии, это Польша. Вот. Значит, и действительно, в сентябре 40-го года из них выбрали группу, так сказать, наиболее лояльных, тех, кто, собственно, декларировал свою готовность к сотрудничеству, там не какому-то сотрудничеству там, разведывательному или стучать, хотя, наверное, и такие были, а те, кто говорил, что вот мы хотим там, так сказать, воевать. Вот. Это вот была эта знаменитая группа Бернинга. Их вызвали в НКВД, их там привезли из этого лагеря, их там к тому времени их держали уже под Вологдой в лагере, в Грязовце, из Грязовецкого лагеря, их поместили на какую-то виллу НКВДшную в Малаховке под Москвой, и, значит, удостоил их аудиенции сам Берия, с которым они обсуждали вопрос формирования польской дивизии. Вот это известный эпизод, описанный в мемуарах. В ходе, значит, этого самого они были рады, что вот наконец их используют как бы по назначению, по специальности. И в частности, в ходе этой беседы они сказали, ну, так сказать, с командными кадрами для этой дивизии никаких проблем не будет, ведь у вас же в плену вот столько наших. И якобы, значит, вот такая, вот один из участников, сам Бернинг, в своих мемуарах пишет, что в ответ вот на эту реплику якобы непроизвольно Меркулов в присутствии Берии, значит, чего-то там буркнул, хмыкнул, что вот эти, к сожалению, нет, мы тут с ними у нас тут ошибочка вышла. Насколько достоверно это, вот я не могу поручиться, но такое вот живописное описание. Мысль о том, чтобы формировать эту дивизию, она, так сказать, возникла совершенно точно после расстрела. Собственно, про этот расстрел, как сейчас, такие есть предположения, что вот решение о том, чтобы расстрелять всех польских военнопленных, оно было возможно только в очень узкий промежуток времени, вот это временное окно, именно март 40-го года. Вот ни месяцем раньше, ни месяцем позже, по-видимому, значит, это не могло прийти в голову. И чем это окно, так сказать, замечательно? Только что закончилась война с Финляндией, военные действия, так? То есть вот настал мир. И еще не началась, значит, война, еще не началось вторжение Германии в Данию, Норвегию и начало вот этой большой европейской войны. То есть это был март 40-го года, был момент, когда, значит, этим самым нашим небожителям, политбюро и Сталину, казалось, что все, вот, все так и кончилось. Вот мы подписали с Риббентропом пакт, вот мы, так сказать, нам осталось еще только его как бы реализовать в отношении Прибалтики, а так уже вся вот большая драка все закончилась, и что нам делать с ними, вот они нам не нужны, вот они, так сказать, никак не поддаются этой самой советизации, агитации, вот они неисправимые, неискоренимые враги советской власти. Вот проблема, вот 15 тысяч человек сидит, вот проблема. Ну и, так сказать, вот нет человека, нет проблемы. Вот, ну это спекуляция, понимаете, вот нигде в документах это не зафиксировано, что это было так. Там есть и другие попытки вот как-то объяснить это решение. Потому что, особенно с чем еще? Катынский расстрел чуть ли не единственная это репрессивная операция, для которой не удается придумать какого-то рационального объяснения с точки зрения Сталина, с точки зрения властей. Вот даже там большой террор, вот так вот эти 1 700 000 за неполных два года, 600 000, 37-38 год. Ну, можно какое-то обоснование и объяснение, которое Сталину, так сказать, представлялось рациональным, необходимым. Можно, есть, так сказать, зафиксировано, можно. Все другие операции. Вот для этой, вот, так сказать, рационального. Тут и поэтому, значит, всякие версии эмоциональные, типа, что вот Сталин был очень обижен за поражение 20-го года и хотел мстить. Вот так вот, что вот это
Ну, месть не есть рациональный мотив. Так что вот с мотивами трудно достоверно как-то что-то, какой-то придумать мотив. А вот что касается вот момента времени, то вот, по-видимому, вот уже в апреле началось вторжение там в Норвегию. Это было начало июня, а теперь, значит, настало 22 июня, когда все пошло, так сказать, прахом совершенно. И когда все пошло прахом, то возникла необходимость... А они были уже в Средней Азии? Нет, еще не были. Это, знаете, от постановления политбюро до решения все же время должно пройти. По-моему, решение там первые числа июня. Значит, тут возникла необходимость заключать союзнические отношения, союз с Англией, с Великобританией. Да? Англичане, к тому моменту польское правительство в эмиграции, польская армия, те ее остатки, которые уцелели, сумели эвакуироваться, тоже были в Англии. И Черчилль просто, так сказать, настоял на том, что, вот, что все же в рамках вот заключения этого союзнического соглашения с Великобританией, значит, Советскому Союзу нужно все же и с польским правительством тоже урегулировать. И 30 июля 41 года был заключен договор, известный как это соглашение Сикорский-Майский. Майский советский посол в Лондоне, Сикорский польский премьер-министр и главнокомандующий. Согласно которому, значит, дипломатические отношения восстанавливались. Там договора о переделе между Советским Союзом, договора между Советским Союзом и Германией признавались, значит, недействительными, то есть пакт Риббентропа-Молотова. Значит, следующий пункт, что на территории СССР организуется польская армия, вот та, которая впоследствии стала называться армия Андерса. И из нее вошли вот эти малаховские офицеры. Да, они туда вошли, но их разделили сначала. Нет, значит, дальше в этом соглашении очень важный пункт, значит, амнистия для всех репрессированных польских граждан, потому что помнить надо, что Катынь — это как бы верхушка айсберга, потому что вообще-то вот за это время, вот с 17 сентября 1939 по 22 июня 1941 года, 400 было. 400, почти 500 тысяч человек было репрессировано, вот этих бывших польских граждан. Были подвергнуты разным видам репрессий, не расстрелы. То есть из них часть еще была и расстреляна небольшая. Вот, значит, вот польскую армию из кого организовать? Вот из этих, кто оказался в лагерях, там на спецпоселениях. Я говорю только об офицерах. Да, значит, вот кроме расстрелянных офицеров, и вот кроме расстрелянных военнопленных, были еще рядовые военнопленные, которых не расстреливали. 25 тысяч рядовых. На территории Советского Союза польская армия существовала в каждый момент только одна, а не две. Там не было возможности выбрать. И эти самые малаховские, да, вот с Бернингом и так далее, которые, так сказать, 22 июня они еще написали рапорта, что просим нас там направить в любом качестве в армию. Значит, им НКВД сказало: «Ша, ребята, идете вот туда, в эту армию Андерса». Вот, и они все туда пошли. А где она формировалась? В Советском Союзе. В Средней Азии, в Ташкенте. Ну, она поначалу, она там в Саратовской области, Оренбург и Чкаловской тогда. Там, ну, понятно, и потом они... А потом эти места формирования уже поздней осенью было принято решение вообще в Среднюю Азию перенести, там они формировались. Ну, это там длинная отдельная история. А потом они и оттуда же, из этой Средней Азии, эвакуировались в Иран. Да. Из этих самых, вот в эту самую армию Бернинга, из армии Андерса попало 4 офицера, всего осталось к тому моменту. Четверка, известная, так сказать, по фамилии. При эвакуации армии Андерса 4 польских офицера отказались с ней эвакуироваться. Понятно. И остались в Советском Союзе. Знаете, просто нужно было кого-то назначить командиром дивизии. Ну, понятно. Вот Бернинг был там подполковник, было еще два там среди них подполковника, и нет, один еще подполковник, один там поручик, кстати, летчик его, и с офицерским званием адъютант Бернинга, женщина. Нам пришел советник по культуре посольства Польской Республики господин Граль. Ну, во-первых, я приношу извинения, что с опозданием, но я предупреждал, я просто читаю по средам в лекции в МГУ. Но подозреваю, поскольку услышал последнюю часть, последние вопросы, я думаю, что большой, так скажем, массив вопросов уже поставлен и прошел. Но я позволю себе все-таки несколько дополнений сказать, что действительно за офицеров армии Андерса, бывших, оставалось 4 человека.
Но все-таки сказать, что только эти четыре человека были офицерами будущей армии Берлинга, это тяжеловато. Поскольку есть вопрос, кстати, вообще тоже профессиональных военных, которые попадали потом в армию Берлинга, которые раньше не успели в нее попасть. И не только офицерских чинов. Вот вы спрашивали, где информировались, там по Среднюю Азию и прочее. Нет, вот Вузову, Ктоцкой, Оренбург и эти места. Вот как раз именно там, в Ктоцкое, пришел в эту армию брат моего отца, который был рядовым до военной польской армии, взят в Бресте, попал, условно скажем, на восток, который в России часто бывает севером. Короче говоря, он смог дойти до армии Андерса, освобожден в порядке амнестии. И это был, скажем, профессиональный, практически, можно сказать, уже военный, но пошел за армию Андерса. А вот его кузены не успели, не дошли, и они уже составляли унтер-офицерский, я бы сказал, костяк армии Берлинга. А судьбы были разными. Были офицеры запаса, которых не приняли в армию Андерса в свое время. Например, проходил вопрос подозрения к людям левых убеждений, бывшим членам левых партий, например, ну, такой известный польский очень историк Юлиш Бардах прошел через это. Все-таки офицер запаса, преподаватель университета и прочее из Вильнюса. Подозреваемый, поскольку как довоенный левый, да еще еврей, как потенциальный агент. Он не смог пополнить шеренги армии Андерса, и пришло ему выходить с Берлингом и так далее. Но такую судьбу вы видели на фильме, человека, который не успел, правда, не успел, вся еще он появляется как офицер, правда, получая звание выше в другой армии. Ну, кроме того, разными путями потом находили людей, которые, правда, вкраплялись в кадры армии Берлинга не только на территории Советского Союза, а уже потомка, в порядке появления на польской территории. В эту армию все-таки поступали тоже и профессиональные военные офицеры польской армии, и поступали подпольных организаций польских офицеры и так далее, и так далее. Так что армия в момент формирования вот этого костяка в Сельцах, когда это была только первая дивизия Костюшки, а армия в последний день войны, это два абсолютно разных офицерских состава уже. Независимо от того, что действительно много, как это говорят на Руси, засланных казачков, конечно, или людей, которые исполняли обязанность поляка, как тогда говорилось, с записанной биографией и прочее. Но тем не менее, все-таки со временем этот коэффициент профессиональных довоенных, военных, профессиональных довоенных офицеров увеличился. Если называть это армией Берлинга, он все-таки был связан с этим кругом, который выдал себе идею армии Берлинга, но как профессиональный офицер Красной армии, с не очень удачной картой, особенно Вяземской операции, и потерял всю свою дивизию. Это был его первый опыт, а последним был несчастный, потеря половины второй польской армии под Балценом, где точно те же самые ошибки повторял. Но в принципе, как он появляется в армии Берлинга, мы имеем точное описание в мемуарах самого Берлинга. Если верить мемуарам Берлинга, когда появляется коллега по чину и рангу выше, который прислан с Красной армии, чтобы поддержать, так скажем, уровень офицерского образования, здорово напившийся, и начинает ему объяснять разные особенности своей карьеры и вообще, что он кавалерист и так далее. Да, он вошел в эту армию, а как один из тех, которые должны были, как потом Поплавский и так далее, которые должны были составлять этот самый надежный офицерский костяк этой армии. Но во времена армии Андерса, конечно, никто не подумал, что можно бы офицеров Красной армии предавать, так скажем,
армии, формирующейся польской армии. Поскольку наступил определенный всплеск эмоций, и в оборот пошли аргументы, которыми я, кстати, привык за последние не 5, не 10, а 30 лет, и которые очень часто, когда начинается аргументация, начинаем перекидываться количеством тысяч погибших солдат и прочее, это, простите, это с точки зрения логики и искусства вести дискуссию, это та же самая аргументация, которую в советские времена называли «а у вас бьют негров». Поскольку это не имеет никакого отношения, что истребление польских офицеров в Катыни должно замалчиваться, поскольку 800 тысяч погибло советских солдат в Польше. Это же бред сивой кобылы, по сути дела. Никто не говорил сегодня. Вы говорили, между прочим. Нет, я не говорил, что Катыни замалчивается. И хочу сказать, что есть такая реакция защитная у многих здесь выступающих, которая напоминает мне гениальную фразу польского драматурга Дыгата, который говорил, что нельзя причинить боль стопе, на которой нет мозолей. Эти мозоли есть. Но мозоли лучше всего оперировать самому у себя. Фильм Вайды был, конечно, сделан на польскую тему и в первую очередь на поляков. Но с каждым очередным просмотром России я убеждаюсь, что он в огромной степени для россиян не менее важный, чем для поляков. Когда говорят иногда, что этот фильм показывает то, чего не хватает в российском кинематографе. Вы знаете, это бывает в российском кинематографе в разных местах, и потом тоже не попадает в телевидение, например, как же не попал у Вайда. У меня был такой случай, когда мы показывали этот фильм в прошлом году на фестивале в Чебоксарах, когда рядом с фильмом Вайды шел короткий метраж, шел маленький фильм российского дебютанта, назывался «Мешок», который этот фильм показывал убийство практически советским солдатом офицера, который возвращается с Западного фронта в первый год после революции. Литературный сюжет известный. Все знакомо. Офицер в шинели возвращается домой, тот же самый ствол в упор и так далее, и так далее. И там же был русский офицер. Вы думаете, что тот фильм пошел успешно по дискуссионным клубам, увидел его российские зрители и прочее? Да не пошел. В связи с чем что-то все-таки не так. Кроме того, хочу сказать, что когда я слышу призывы, что хорошо, мы покажем Катынь, пусть поляки показывают наш кинематограф, я могу только захихикать. Поскольку количество фильмов российских, даже флагманских, таких как замечательный 612-й, в Польше есть огромное. Эти фильмы нормально идут в прокате. Есть официальные презентации, официальная дискуссия, отзывы киноведов, историков и прочее. И никто не ищет в этом попытки выкопать замечательным российским режиссерам какую-то яму или ров, или защитный рубеж между Россией и Польшей. Да никто этого не ищет, поскольку все-таки времена смуты прошли давным-давно. Для нас это все-таки время так же само забытое, как Ливонская война, и так же само, как война за Украину. В Польше смотрят и будут смотреть Тараса Бульбу, и никто не будет возмущаться, что русские перехватили фирменный украинский сюжет с украинским актером Ступкой, который раньше у нас играл Хмельницкого, а у кого-то другого Мазепу. Понимаете, не надо путать понятия. И хочу сказать еще одно, что если говорить про преодоление прошлого и прочее. Знаете, когда ссылаются на опыт немецко-французских отношений, понимаете, у немцев, по сути дела, были два таких соседа, с которыми надо было проводить в порядок отношения. Французы почти за 1000 лет отношений и поляки. За одними и с другими, поскольку существует еще ведь опыт польско-немецких отношений, удалось привести как-то это в порядок. У других европейских наций есть, у каждого есть какой-то сосед, с которым надо приводить отношения в порядок. Скажите, пожалуйста, вас не беспокоит, молодой человек, что если возьмете российские учебники, академические, школьные, вы приходите к выводу, что или у России вообще нет соседов, или нет соседов, с которыми надо подводить счеты и приводить в порядок отношения. Вас не беспокоит, что существует определенная картина отношений, очень односторонняя.
что мы хорошие для всех вокруг. Вот здесь мы положили 800 тысяч, там 120 и прочее. И нас все неблагодарны к нам плохо относятся. Но прошу прощения, ведь страна имеет проблемы в отношениях, именно в осмыслении исторического процесса, почти с всеми соседами вокруг. Даже с такими, которые столетиями входили в состав Российской империи, а потом Советского Союза. Что это? Мировой заговор? Ну, надо себе на это ответить. Почему? Может быть, действительно потому, что в момент, когда надо применить как аппарат осознания своего места истории, русскость, вы начинаете со славянскости, а заканчиваете все-таки тем же самым Советским Союзом. Советскостью, да. Конечно. И это, простите, ну большая разница. Советская идентичность. Совершенно верно. Совершенно верно. Но ведь и на этой ноте я бы хотел закончить, поскольку я не считаю, что это самый лучший метод вести диалог с соседом. Спасибо.